Необычное шествие. Хлеб-соль от разных культурных центров, не отходя от трибун. Яркое шоу и приглашенные казахстанские звезды. 1 мая прошел в Караганде не так, как в прошлые годы. Чем был примечателен нынешний праздник, знает Наталья Фильченко. С 10 утра во всех районах города стартовали запланированные торжества. Один из главных пунктов празднования 1 мая в Караганде – массовое шествие в центре шахтерской столицы. Тысячи горожан, представителей предприятий, учебных и других организаций и офисов стройным рядом следовали от политехнического колледжа до площади независимости. Праздником! Впереди колонны – городские власти и депутаты. В этом году демонстрация проходила с короткими перерывами на экспресс-выступление национальных культурных центров. В конце шествия колонну встретил глава области. Началось яркое весеннее шоу. Его подготовили карагандинские артисты и национальные культурные центры. Под одним шаныраком в нашей области в мире и согласии живут сотни разных народностей. По сценарию праздника, словно перелистывая страницы, выступления культурных центров разделяли ленты цвета флага Казахстана. Каждая часть шоу заканчивалась угощением зрителей главными национальными блюдами. Показать свое дружеское отношение и заодно продемонстрировать таланты была возможность у всех национальных культурных центров. После красочных выступлений карагандинцев поздравил глава области. Исторически сложилось так, что земля Сарарки также является колыбелью дружбы. Здесь представители более 100 этносов живут в мире и согласии, созидают будущее. Уверен, День единства народа Казахстана – для карагандинцев всегда будет не только символом согласия и уважения взаимного, но и уверенности в своем будущем. С праздником, дорогие друзья! В этот торжественный день некоторых жителей области ожидал сюрприз. От имени главы государства Бауыржан Абдишев вручил им общественные награды Ассамблеи народа Казахстана за вклад в укрепление национального единства, развитие межкультурного диалога и казахстанского патриотизма. Все эти 18 лет и в работе областной организации ассамблеи принимаю участие. Видимо, это было учтено. Успеть все. Пока карагандинцы смотрели большой концерт с участием карагандинских артистов и звезд казахстанской эстрады Беркута и Дильназ Ахмадиевой, областной глава пошел поздравлять каждый этнокультурный центр в отдельности. Там гостей встречали с богато накрытыми дастарханами и выступлениями. Днем единства, свободы, мира в нашем Казахстане. В честь 1 мая в Караганде по традиции включили все фонтаны. Праздничное настроение и горожан, и гостей города оставалось до самого вечера. От души хочу поздравить всех с праздником единства народа Казахстана. Пожелать всем крепкого здоровья, здоровья и мирного неба. Харауга, иншалла, ол дүниежүзілік бейбітшілікті нығайтудың бір саласы. Сколько народу собралось здесь на нашей площади возле монумента независимости. Все радуются этому празднику. Это самое дорогое то, что у нас есть. Если у нас будет это единство, будет дружба, будет между нами любовь, значит и будет и семейное счастье, будет и счастье общегосударственное становление. Наталья Фильченко, Виталий Силин, Дмитрий Полюдов, 5 канал.